Я хочу сказать, что у нас было очень много светлых моментов. Например, то, когда ты приехала, и мы танцевали с курицей в супермаркете, при этом фотоаппарат стоял на продуктах, а вот дядька на нас пялился. Это было замечательно, я благодарна тебе за каждую минуту, которую я провела с тобой. Ты изумительная. Да, ты живешь сейчас далеко, но это не мешает мне быть твоим другом, любить тебя просто за то, что ты есть, за то, какая ты есть. Ты замечательная, ты научила меня не думать, что о тебе думают другие, совершать безумство. Я тебе за это очень благодарна.